в эвакуацию в Елабугу, где остается один на один с одиночеством, с неразрешимыми проблемами, с неизвестностью о судьбе мужа и дочери. Доведенная до полного отчаяния, покинутая всеми и убежавшая от всех, 31 августа 41 года Марина Цветаева сводит счеты с жизнью. Ей не было еще и 50 лет. К сожалению, место захоронения Марины Цветаевой неизвестно до сегодняшнего дня. Она похоронена в Елабуге. И в то время был с ней только сын Георгий, но в 1942 году он погиб на фронте. В дальнейшем младшая сестра Марины, она сделала указатель на кладбище, и на указателе написано: в этом месте захоронена Марина. Кто-то посещает это место, и, конечно же, память о ней есть и жива. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам. Моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, пылящимся в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед.